В Челябинской области введен режим повышенной готовности. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского, с субботы все экстренные службы переходят на круглосуточное дежурство до 9 января. Дорожники предупреждены об изменениях погоды и осадках. Коммунальщикам поручено проверить все котельные. Есть региональный резерв, он у нас актуальный, проверен, мы готовы, собственно, и работать, если возникнут такие нештатные ситуации. Тоже просил бы отметить для себя вот эту возможность и не затягивать в случае каких-то нештатных ситуаций. В коммунальных службах, администрациях городов и районов, министерствах также все выходные будут дежурить специалисты. К ним жители смогут обратиться в случае ЧП. Официально праздничные мероприятия в области проходят с 20 декабря по 15 января. За это время состоится более 2000 событий. Во всех учреждениях культуры приняли меры по обеспечению пожарной безопасности, провели тренировки по эвакуации, а также проверили запасные выходы. Особо усилили контроль над перевозкой групп детей. Сотрудники ГИБДД будут сопровождать все автобусы со школьниками, которые едут на новогодние елки более чем за 50 километров.